Совершенствование средств воздушного нападения с использованием предельно малых высот поставило задачу создания защитного комплекса, способного сочетать в себе плотность огня артиллерийских установок и точность наведения на цель управляемых ракет. Совмещение в одной боевой машине двух видов вооружения с единым радиоприборным оборудованием впервые достигнуто в зенитном пушечно-ракетном комплексе «Тунгуска-М1». Комплекс «Тунгуска-М1» обеспечивает поражение внезапно появляющихся самолетов и вертолетов, упреждая удар еще до входа в зону применения ими бортового оружия. Дальность эффективной стрельбы ракетным вооружением – 10 тысяч метров. Дальность эффективной стрельбы 30-миллиметровым пушечным вооружением – 4 тысячи метров. В состав боевой машины комплекса «Тунгуска-М1» входят гусеничный самоход, башня с вооружением и радиоприборным оборудованием. Гусеничный самоход обеспечивает проходимость, маневренность и плавность хода на различные местности. Это позволяет вести стрельбу в движении без снижения скорости. Экипаж боевой машины – 4 человека. Боекомплект комплекса – 8 ракет и около 2000 патронов. Темп стрельбы пушек – 5000 выстрелов в минуту. Ракета размещена в транспортно-пусковом контейнере. Отделяемый стартовый двигатель сообщает ракете скорость полета почти в 3 раза превышающую скорость звука. Система управления ракетой автоматическая, с радиокомандной линией связи. В ракете применена осколочно-стержневая боевая часть, обеспечивающая поражение целей как при прямом попадании, так и при пролете на расстоянии до 5 метров. Радиолокационная система комплекса «Тунгуска-М1» состоит из станции обнаружения, станции сопровождения целей. Предусмотрено сопряжение и установка системы опознавания свой-чужой. Дальность обнаружения низколетящих целей до 18 километров. Станция сопровождения осуществляет автоматический захват и сопровождение до 16 километров. Цифровая вычислительная система выдает информацию о параметрах движения цели, вырабатывает данные для стрельбы ракетно-пушечным вооружением и обеспечивает контроль исправности систем. Боевое применение комплекса «Тунгуска-М1» предусматривает управление от батарейного командного пункта и автономную работу. Боевая машина комплекса «Тунгуска-М1» оснащена всем необходимым оборудованием для проведения автономной работы. Боевая машина обеспечивает обзор воздушной обстановки, обнаружение и опознавание воздушной цели, захват и переход на автоматическое сопровождение цели радиолокационной станцией, радиолокационно-оптическое, автоматическое сопровождение цели через оптический прицел с коррекцией наводчиком ошибок сопровождения. Выбор вида вооружения, наведение вооружения и обстрел цели. При получении информации о входе в зону поражения производится стрельба. Время реакции комплекса от момента обнаружения цели до обстрела – 8 секунд. Артиллерийское вооружение комплекса может эффективно использоваться для поражения наземных целей, включая и живую силу. Характеристики комплекса подтверждены результатами испытаний в различных климатических и специальных условиях по воздушным и наземным целям с места и в движении. Стрельба по малоразмерным целям комплекса «Тунгуска-М1» обеспечивает поражение крылатых ракет и дистанционно пилотируемых аппаратов. Высокая эффективность ракетного вооружения подтверждена во всех условиях боевого применения, в том числе в условиях радио и оптических помех.
Показано поражение цели типа зависший вертолет, использующий оптические помехи. Комплекс «Тунгусская М-1» способен обеспечить надежную защиту войск как от современных, так и от перспективных средств воздушного нападения в любых погодных и климатических условиях. По оценке военных специалистов, совмещение характеристик пушечного вооружения с возможностями ракетного дает основание считать установку «Тунгусская М-1» наиболее мощной противовоздушной системой в мире.